Семена тыквы крупноплодная землячка, землечка. Это выгодное приобретение для небольшого огорода. Кусты компактные, а плоды порционные, не более 2-3,5 килограммов каждый. На одном кусте они могут появляться в количестве до 10 штук, поэтому показатели урожайности остаются высокими. Тыква-землячка – среднеспелый сорт. Плоды созревают в течение 100-120 дней, а собирать их можно в июле и в августе. Они грушевидной формы, ярко-оранжевые, после сбора могут храниться до 3-4 месяцев. Эта разновидность тыквы ценится за удобство в применении, а также за хорошие вкусовые качества. Мякоть плотная и сочная, очень сладкая за счет высокого содержания сахара и каротина. Тыква крупноплодная землячка – это однолетнее растение. Тыква прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания тыква прекрасно устроит открытый грунт. Цветы имеют сильный аромат. Тыква крупноплодная землячка имеет среднеспелый срок созревания. Плоды тыквы созревают в месяце июль-август. Масса плодов приблизительно 2000-3500 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода грушевидная. Цвет плода оранжевая. Вкус сладкий, мякоть нежная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.